Вечером 27 октября в концертном зале «Уникса» состоялось завершение фестиваля «День первокурсника». Все первокурсники Казанского федерального университета ждали этого дня почти два месяца, ведь именно на гала-концерте объявят, кто победил. Два месяца первокурсники репетировали, работали над сценариями, проводили кастинги, и все это лишь для одного – доказать, что их институт лучший. Первокурсники, собственно, как и всегда, из года в год, они у нас самые талантливые. Как минимум, они точно самые заряженные, эмоционально готовые, у них горят глаза, поэтому они готовы работать, и они будут сегодня работать на 100%. Гала-концерт сильно отличается от обычного дня фестиваля. В этот день все концертные программы доведены до совершенства, все максимально проработано. Первокурсники уже не волнуются, для них сейчас главное это услышать, что именно их институт одержал победу. Фестиваль «День первокурсника» — это уникальная возможность постоять на большой сцене и выступить перед большой аудиторией. Такую возможность дают далеко не всем, ее получают только лучшие из лучших первокурсников. Многие выступающие отметили, что им было не так важно выступить хорошо, главное для них — это получить новый опыт. Первые места в своих группах заняли инженерный институт, институт вычислительной математики, информационных технологий и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.